На Медл-Плазе после церемонии награждения человек и пароход Александр Большунов. Почти как Иван Федорович Крузенштерн. Саша, знаете почему? Потому что вы теперь самый титулованный российский лыжник. Даже у Зимятова 5 медалей, а у вас 6. Что по этому поводу думаете? Это фантастика. Уведение на 4. На самом деле, ничего не думаю, потому что есть еще впереди гонки, на которых можно побороться за золото. Я надеюсь, то, что все-таки получится еще побороться. А насчет медалей, все-таки не хватает золотых. Да ладно, еще 3 вида. Ну, увидим, что будет дальше. Ну, смотрите, вы стояли на пьедестале, такой свободный, такой раскованный, настроение прекрасное. Мне кажется, что этой серебряной наградой может быть вполне доволен спортсмену Большунову. Я, конечно, доволен, потому что я нахожусь здесь и как бы на главном старте показываю достойный результат, к которому стремятся миллионы спортсменов и к которому подводятся идеально вот именно к Олимпийским играм. И я рад, то, что я могу здесь сейчас с вами разговаривать именно после вручения медалей. Поэтому но медаль хорошо спрятали, Саша, опять. Это значит, что новая жизнь пошла в погоне за 7-й и 8-й? Я бы все-таки сплюнул и постучал по дереву для начала. Можно по моей голове, я сам постучу. Комментаторская вот деревянная голова, Саш, мы же знаем с вами. Что сказал сегодня папа и что сказала Аня, супруга? Ну, я еще только с Аней разговаривал, с отцом еще не разговаривал. Вчера только мы созванивались, он как бы сказал, делай спокойно свое дело, любимое. Этого достаточно. Самый главный вопрос. Силы остаются сейчас, прежде всего, эмоциональные? Еще 3 гонки впереди. Большое количество эмоций все-таки было потрачено, да, после победы. И поэтому после той гонки нужно было успокоиться. И сейчас реально все настолько спокойно, что спокойнее некуда. И это прекрасно. Самый последний. Вот камера и люди, которые за вас болеют. Что бы вы сказали всем тем миллионам, нас миллионы, которые болеют за Большунова? Ну, они болеют не только за Большунова, но и за всю команду Олимпийского комитета России. Я хочу сказать огромное спасибо, то, что реально за нас переживают, болеют и поддерживают. Это реально чувствуется, хоть и здесь без зрителей, но все-таки это передается, потому что Россия не так далеко отсюда. Это правда. Спасибо вам большое за ту радость. Человек и пароход, друзья, самый титулованный олимпийский наш медалист. 6 медалей нет ни у кого.